За годы работы торгового центра «Виктория Плаза» неучебная эвакуация случилась впервые. Одна из самых загруженных парковок города на несколько часов стала пустой. Более 400 человек, продавцов и сотрудников торгового центра, охрана буквально за несколько минут вывела из магазина на улицу. Что сказали, вы эвакуироваться, одеваться, обуваться и уходить? А причина, знаете, что случилось? А причина, там сумку кто-то оставил. Причиной эвакуации стала обнаруженная бесхозная сумка в продуктовом супермаркете на цокольном этаже. Металлоискатель охранника выявил, что содержимое может представлять опасность. И спустя какое-то время после объявленной эвакуации на место прибыли кинологи, спасатели, полицейские и скорая. Вскоре нашлись и хозяева. Точнее, они сами вернулись за своим багажом. По словам молодых людей, они учатся в железнодорожном колледже. Приехали на учебу и, чтобы не нести сумку с собой на занятия, решили оставить ее в камере хранения торгового центра. Правда, в шкафчик она не поместилась, и ребята решили оставить ее рядом с камерами хранения, прямо на полу. Мы сами пришли, нам сказали, отцеплено. Нам сказали, там подозрение на что-то, теракт. Мы сказали, сумка наша, и все. Тем временем сотрудники «Виктория Плаза» согревались кто где мог. Люди провели более часа в ожидании в магазинах соседнего дома. Приютили замерзших людей в Есенинской библиотеке. Грозит ли молодым людям наказание за такой поступок, пока неизвестно. Понятно, что ничего плохого ребята не замышляли. Планшет, вещи. Он из деревни приехал. А что, он с ним будет таскаться, она вроде большая, да? Спортивная такая. Вот он ее положил. И пошел учиться, получается, да? Да. Тем не менее, торговому центру теперь предстоит подсчитывать убытки за несколько часов сорванной работы.